Шалом, дорогая Батумская церковь, приветствую вас всех. Люблю и скучаю по вам. И, как я обещал одной нашей сестричке, я сделаю одно видео на русском языке. Так как вы знаете, что я делаю в Библии, разъясняю библейские слова на иврите, то я вам хочу объяснить такое слово, как, например, покаяние. На иврите оно тшува. Но мы знаем его греческий эквивалент, оно на греческом обозначает как метаноя. Но есть существенная разница между понятием еврейское понятие тшувы и греческое понятие метаноя. И вот сейчас я вам объясню, какую между ними разница. Например, метаноя, она греческое слово, и она обозначает сперва идти с пути и поворачиваться с этой с пути. Например, мы шли прямо и поняли, что это путь неправильный, и мы на 180 градусов, то есть поворачиваемся и идем обратно. Вот это называется метаноя. Второе его значение, метаноя, это раскаяние. То есть человек, который что-то плохое сделает, и он раскается в своем сердце. И он жалеет об этом, что он сделал это. И второе, и третье значение метаноя, это поклон до земли. Это все, что говорит нам греческое слово метаноя, то есть покаяние. Но что нам говорит иврит? На еврейском, на иврите слово покаяние – это тшува. Самое первое определение – это не просто поворачивание с пути, но это обозначает возвращение к Богу. Вот что обозначает еврейское слово тшува. Тшува – это возвращение к Богу, возвращение к Отцу, возвращение к Источнику. То есть возвращение к началу источнику. Источник – это наш Бог. Вот что подразумевает слово «тшува». И нам об этом хорошо иллюстрирует Евангелие от Луки, например, притча о блудном сыне. Когда состоялся покаяние блудного сына? Когда он начал раскаяться, что он так он живет? Или когда он вернулся к отцу и извинился? Конечно, когда он вернулся к отцу. Вот это, поэтому это слово тшува, оно обозначает покаяние, возвращение к отцу, возвращение к источнику. Второе значение тшувы – это ответ. Это наш ответ на призыв у Бога. И нам хорошо это иллюстрирует такой момент, сюжет в Библии, например, в книге Бытие, когда Бог ищет Адама и говорит: «Бог, Адам, Адам, где ты?» Ну, все мы знаем, что Бог никого не искал, но просто он хотел понять, дать Адаму понять, в каком он состоянии находится. Фактически Бог говорит: «Адам, посмотри, в каком ты состоянии, где ты находишься, почему это с тобой так произошло?» И Бог хотел получить ответ раскаяния от Адама. Вот что он хотел. Адам, Адам, где ты? Это призыв Бога в нашей жизни. Где мы находимся? Почему мы находимся? И когда мы делаем ответ раскаяния, тогда мы получаем вот этот тшува, то есть возвращение к Богу. И третье значение слова тшува, покаяние, это приблизиться к Богу. То есть это приближение к Богу. Третье значение – это приближение к Богу. И об этом нам говорит послание Якова, 4 глава, 8 стих. «Приблизитесь к Богу, и Он приближится к вам». Ну, такой вариант, Яков, такое же мнение мы слышим и пророка Захарии, пророка Малахии. Пророк Захарии говорит: приблизитесь ко мне, и я приближусь к вам. Но Малахия тоже говорит: вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Ну, это тоже одно и то же слово тшува. И в этом Захарии, и в Малахии тоже тшува. И это обозначает возвращение к Богу, то есть приближение к Богу. Но как мы получаем вот это приблизиться к Богу? Это не всем дано. То есть язычникам того времени не было это дано, возвращение.
приблизиться к Богу, они не могли. Даже все израильтяне, когда они могли покаяться, раскаяться, они не могли приблизиться к Богу. Почему? Без жертвы невозможно приблизиться к Богу. Именно кровь жертвы дает нам возможность приблизиться к Богу. Понимаете? Вот из истории мы знаем, что в храм, то есть в храме, могли только входить священники. Ну, в святой, в святые святых. И вот где вот храмы служения вели, там могли только священники войти. Но во двор могли войти все. Но без жертвы они не могли даже в храм, во двор храма войти. Потому что во двор храма, чтобы войти, ты должен был принести жертву. Вот эта жертва и приближала тебя к Богу. Но эта жертва не была совершенной. Она не меняла людей, она не меняла сердца. И вот Бог посылает своего совершенного жертву. Жертва, которая не просто дает нам возможность приблизиться к двору, но он дает нам возможность войти в святое святых. Потому что она меняет сердца. И это жертва Иисус Христос. И это жертва Иешуа ха-Машиах. Через Его кровь мы получаем возможность приблизиться к престолу благодати. Что такое престол благодати? Престол благодати, это на иврите, это есть ковчег завета, в который стояла в святом святых. То есть его второе название, это престол благодати. Когда посланник еврея, апостол Павел говорит о престоле благодати, мы должны понять, он говорит о ковчеге завете, что уже мы имеем дерзновение приходить к нему через жертву Иешуа Христа, Иешуа Машиаха. Итак, суммируем, что это значит, все, что мы рассказали. Первое, тшува, это возвращение к Богу. Второе, это ответ, когда Бог нам говорит, где мы находимся. И третье, это приближение. Как это все работает? Первое, когда мы услышим призыв Бога в нашей жизни, мы даем ответ. Но наш ответ должен быть по вере. И когда мы верим, это наша вера, это и есть ответ. И этот ответ нам дает приближаться к Богу. Вот это приближение и есть возвращение к Отцу. Вот что это понятие тшува. Учите иврит, будьте благословенны. Люблю вас всех и скучаю. Надеюсь, скоро приеду.